Это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт Авихай». В этом сезоне я читаю рассказы Алекса Эпштейна в своем собственном переводе. Сегодня мы читаем микрорассказ «В доме престарелых для супергероев». Старуха, которая проходит сквозь стены, опять не рассчитала угол входа по пути в столовую. На этот раз она всего лишь сломала ногу. У 80-летнего телепата 2 месяца назад был инсульт. Он не может прийти в себя. «Загадай цвет», — говорит он медсестре, везущей его в сад. «Правда же ты загадала хамелеона?» Всевидящий невидимка уже тоже совсем обессилел. Он часами простаивает перед зеркалом. Руки этой маленькой бабушки, сидящей в первом ряду перед телевизором, дрожат. В новостях пожары, террор, землетрясения. «Пусть кто-нибудь другой спасает мир», — говорит она себе и возвращается к работе. Когда-то она могла двигать облака одним мановением пальцев, а сейчас она всего лишь пытается связать внуку свитер. Это был микрорассказ Алекса Эпштейна «В доме престарелых для супергероев».